І сьогодні у нас в гостях сім'я Радіонових Іван та Олена. Люди, які служать глухим в місті Маріуполі. Іван та Олена, ми вітаємо вас. Привітаю всіх. Дякуємо, що ви приділили час, зібралися разом, щоб поспілкуватися з нами, поділитися частиною свого життя. І в нас вже є таке перше питання. Ми бачимо вас разом, ви є сім'я. І скажіть, будь ласка, трошки ось про себе. Як взагалі ваша сім'я з'явилася? Ми зустрілися на молодіжному общині. Це було давно. І почали общатися в компанії спочатку, і потім, недовго думая, я сделал предложение. Жена согласилась, я побыл у нее на выпускном, и после, недолго после выпускного мы поженились. Дуже цікаво, дякую вам, що поділилися. А можна спитати, можливо, у вас є діти, як їх звати? Нам буде цікаво. Да, у нас двоє дітей, син і дочка. Ілай, син старший, 5 лет йому, і дочки 3 года, зовут Евангелина. Вау, які чудові імена. Дякуємо вам. Тобто у вас сім'я з 4 людей. Слава Богу. Ми знаємо, що ви служите людям з особливостями слуху. І це відбувається зараз у місті Маріуполі. Давайте перейдемо до цього служіння. Нам дуже цікаво, як це відбувається. Чи могли б ви почати, будь ласка, з того, як ви взагалі опинилися в цьому служінні? Чи готувалися ви заздалегідь саме служити глухим людям? Чи це сталося якось випадково? Як це було? Я не особо не планував займатися цим служінням. Почалося з жінки, у неї було бажання, вона вчила жести, хотіла допомагати духи переводити. Так сложилося, що Господь нас провів таким путем необычным і привів нас в Київ в своє время. И там, в Киеве, жена поступила в Ирпенскую семинарию, чтобы учить жесты. Вот. А я искал, хотел на богословский какой-то факультет пойти или что-то. Вот. И жена предложила пойти вместе с ней учиться. Вот. Я думал, там только жесты учат. Она говорит, нет, будет еще богословие. И на таком основании я тоже согласился вместе с ней поступить. И мы вместе поступили в один год, получается, на обучение. Я начал учить жестовый язык. И когда уже мы были в процессе уже в этом и начали ходить в церковь глухих, так как учим жестовый язык, то все в жизни изменилось. Мы познакомились, я познакомился с теми людьми, влюбился в этих людей, в их менталитет, скажем так, культуру. Мне очень понравилось с ними общаться, и таким образом мы вместе начали в этом служении продвигаться, развиваться. Дуже цікаво. Тобто в якому сенсі все почалось з Олени, яка займалася цим, заохотила вас. Можливо, Олена, тоді ви нам розкажете, поділитеся, а чому саме ось сурдопереклад? Як він, це бажання прийшло до вашого життя? Чомусь так? Однажды меня пригласили в лагерь глухих, и когда я приехала, была тишина полная. Мы знаем, что в лагерь, когда попадаешь, это шум, это постоянно музыка звучит. Здесь не было никакого шума, никакой музыки. Тишина, казалось, что лагерь пустой. Но при этом, когда я вышла на поляну, увидела, что стоят люди и достаточно много людей, и они все общаются. Это первое, что меня удивило. В дальнейшем разговоре с глухими меня удивила именно общительность. И даже я не знала жестов, но они подходили, спрашивали, как меня зовут, интересовались. Это захватило меня. А можно вас? А як ви їх розуміли? Як ви їх розуміли, коли вони до вас зверталися? Вони немножко говорять. Вони стараються зі слухачами, деякі глухі стараються зі слухачами говорити голосом, як можуть. А в общем, по лагерю були розвішені алфавіти. Вони старались
алфавитом, изъясниться. Также я старалась. Дуже цікаво. Дякую, що поділилися. Бог дає нам різні можливості, щоб ми могли комунікувати, навіть якщо є якісь, можливо, і особливості. Дуже дякуємо йому за це. Дякую, що ви ділитеся. Яка особлива атмосфера, особливі люди. І ви опинилися вже через деякий час в Маріуполі, як нам відомо. І чи можете ви нам розказати, а кого або що використав Бог, щоб саме ви опинилися в цьому місці, в цьому служінні? Ну, когда мы уже заканчивали семинарию, и перед окончанием мы хотели быть где-то в служении, задействованы глухих, и мы начали молиться с женой, просили нашу группу молиться. Вот. А в принципе, ну, на тот момент вся семинария молилась, мы просили, чтобы Бог нас повел, ну, куда-то в служение. И как раз вот в этот промежуток приехал брат из Мариуполя, он занимается здесь социальным служением, и он подошел к нашей декану, к нашему, и сказал, что вот в Мариуполе нужна семья или человек, который бы занимался служением глухими. И декан позвала сразу нас, нам, то есть, предложили поехать в Мариуполь. Конечно, ну, мы не сразу согласились, а мы долго тоже молились об этом, были разные переживания, вот, созвонились с пастором здесь, в Мариуполе, как бы спросили, ну, действительно ли нужна такая семья, которая будет заниматься этим служением. Пастор подтвердил, говорит, да, мы молимся об этом, церковь молится, и мы так договорились, что будем там, примерно около месяца, наверное, мы молились, и церковь в Мариуполе молилась, и 6 месяцев даже, 6 месяцев, значит, у меня время быстрее летит. Ну, какое-то время мы просто молились, ну, о том, что есть ли воля Божья на это, потому что только как бы родилась дочка на тот момент, она была совсем еще маленькая, и, ну, как бы, нам было странно переезжать в Мариуполь из Киева, как бы, потому что это прифронтовый город, вот, и мы, в принципе, когда начались эти все военные действия, еще в 2014 году уехали из Дружковки, потому что это было очень близко к боевым действиям, где-то, ну, километров 50-60, не знаю точно. Вот. И в итоге нас Бог опять как бы призывал в город, который еще ближе к этим всем вещам. И я молился, много сомнений, конечно, было у нас, много переживаний было. Но Бог через все, через Писание, через проповедников, через разные вещи просто говорил нам, что нам надо ехать. Вот. И так, ну, как бы видели из всего, что это воля Божья, и все-таки мы решились поехать. Дякую, что вы поделились, Иван. Да. Дуже цікаво, що ви саме прибігли до молитви і ви зверталися до Бога. Я думаю, що для всіх, хто зараз з нами, хто нас слухає і бачить, це дуже гарний приклад. Коли ми стикаємося з рішенням в своєму житті, прибігати перше за все до Бога, тому що Він дає нам все для життя і керує. Тому дякую, що ви цим досвідом поділилися. Я впевнений, що Він заохочить, підбадьорить всіх, хто зараз з нами. Пригадайте, будь ласка, сам переїзд. Я маю на увазі, ось, фізичний переїзд, збирання, можливо, якісь там турботи, якісь переживання, якісь, можливо, перепони. Як це відбувалося і що вам допомагало в цей період? Можливо, Олена захоче нам розказати деякі деталі. Я думаю, муж скаже краще, тому що ми на той момент, я з дітками, сину було 2 роки, а дочці 3 місяці, і ми уїхали мужа родителям. А муж сам собирався. Всі вещи він упаковував практично сам. Вообще надо начать с того, что, ну, перед тем, как ехать, я Богу, ну, в молитве говорю, Боже, это невозможно. Двое маленьких детей, куча вещей просто, куча огромных вещей. Вот, я говорю, как я эти все вещи буду перевозить в Мариуполь? Ну, можно сказать, с одного конца Украины в другой. И, ну, я молился, на тот момент, ну, как бы, сдал на права, но машины еще не было, и
Ну, это для меня было нереально, что-то вообще на тот момент купить какую-то машину. И мы молились, и я так вот плакался Богу, просто говорил: «Боже, что мне делать, как быть?» Вот. И Господь благословляет, что ну, чудом вообще, просто чудом реально, без участия людей, или ну, просто было чудо, что Бог дает нам машину, старенькую «Волгу», вот, и я начинаю собирать, ну, я понимаю, что как бы все, ну, Бог уже ответил на мою молитву, как бы, вот, но в то же время, когда друг мой пришел и посмотрел на гору вещей, которая лежала посреди комнаты, ну, это просто до потолка огромная гора, он говорит: ну, это все не может поместиться в машину, легковую. То есть это надо, ну, грузовик целый, как бы. Вот. И, ну, те, кто узнавали, что мы будем ехать, и сколько у нас вещей, и на чем мы туда поедем, ну, вы не доедете на ней туда, вы не сможете это все увезти. Вот. Я молился, ну, и людям всегда говорил, что, ну, Бог, если, ну, делает, как бы, чудеса, то Он их делает, ну, до конца, как бы, и так и получилось, я загрузил полностью все вещи туда, вот. Нас снимали на видео, когда мы ехали по Киеву, потому что ну, вот, размер машины и сверху, что было на багажнике, это примерно столько же, просто баул такой огромный, и люди, проезжая мимо, снимали нас на телефон, вот. И таки машина доехала до Мариуполя, то есть благополучно. И я когда приехал только в Мариуполь, жена, получается, с детьми были у моих родителей, а я заехал в церковь, не успел разгрузить машину, встретил этого служителя социального служения, говорю: я вот приехал, куда мне распаковываться? Он говорит: подожди, не распаковывайся, пересаживайся в мою машину. Я пересел к нему в машину, и мы уехали на Волынь, в лагерь для инвалидов, в общем. Вот. И несколько дней я назад, получается, еще вернулся в ту сторону, откуда приехал, пробыл в этом лагере, и потом аж только поехал за своей семьей и привез Мариуполь. Дуже цікаво. Тобто переїзд в чомусь був і веселий, не тільки складний, так? А ось, коли ви вже приїхали у сам Маріуполь, ви вже так, ну, почали цю історію розказувати, повернулися у Волинь, а потім ось, коли приступили до служіння, або все це починалося, буває так, що початок не завжди є легкий, можуть бути різні перешкоди, якісь випробування. Чи були у вас щось таке, і як ви проходили, долали ці труднощі на початку служіння ось глухим людям? Ну, во-первых, как бы мы очень долго привыкали к самому городу. Вот, как бы к обстановке, к людям, то есть люди немножко другие здесь, не такие, как в Киеве. Вот, ну, в этом плане было сложновато. И именно если брать в служении глухим, то когда мы ехали, мы думали, что здесь есть хотя бы какая-то группа глухих, с которыми нужно будет заниматься. Вот. Но когда мы приехали и спросили, где же глухие, нам сказали: ну, вы их и найдите. Mm-hmm. Вот. То есть глухих здесь не было, ну, в церкви вообще. То есть неверующие были, но как бы в церкви не было вообще этого служения, как бы, и глухих не приходило. Вот. И все началось с, ну, того, что просто пришлось ходить, выискивать по городу глухих. Вообще, ну, первым делом, конечно, мы пошли в общество глухих. Вот. И слава Богу, Господь открыл нам туда двери. Так что, ну, председатель общества, она была расположена к нам. Вот. Как бы приняла хорошо, мы пообщались. То есть она как-то не была против, по крайней мере, того, чтобы мы могли пообщаться с глухими. И на первом этапе, как бы, я так с ней, ну, договорился с обществом глухих. У них не было переводчика, сурдопереводчика, который бы работал в штате. Вот. И я сказал, что, ну, я буду бесплатно помогать сурдопереводам глухим. И вся наша работа, наверное, заключалась в том, что мы просто изо дня в день ходили с глухими по разным инстанциям. Пенсионный фонд, больницы, социальные всякие службы и так далее. То есть просто, ну, водили глухих, помогали им сурдопереводом и по возможности говорили о Христе, о том, что есть Бог, церковь и так далее. Проповедовали им Евангелие таким образом, ну, при личных встречах этих всех. Можливо, а як далі розвивалося служіння? Тобто ви прийшли до цього закладу,
почали комунікувати з цими людьми. А як потім вже організовувалася ця група? Можливо, люди приходили до церкви. Як ви їм служили далі? Практически год, наверное, но мы вообще ничего не могли сделать. То есть мы им говорили о Христе, они ничего не хотели, по сути, слушать зачастую. Мы проводили разные мероприятия, там, праздники различные там для них делали. Там. То есть выкладывались на все 100, и был такой момент уже через год, наверное, у нас просто ничего не получалось, то есть ничего не происходило, ни группы никакой не организовалось, ничего. И просто я уже закрывался в комнате, плакал перед Богом и говорил: Боже, если ничего не сдвинется с места, если не наберется хотя бы там 4-5 человек, чтобы мы могли с ними разбирать Библию, изучать, я просто соберу все вещи и уеду куда-нибудь в другое место. Все брошу, уже руки настолько опускались, отчаяние было такое сильное. Жена постоянно успокаивала, говорила, что если Бог привел, то не напрасно. Я человек такой, не знаю, люблю попереживать, наверное. Я в сердцах так к Богу взывал. И интересно то, что нам предложили сделать на церковной базе отдыха, провести лагерь для глухих. И мы пригласили глухих неверующих, примерно около 50 человек собралось, неверующих глухих, туда, в этот лагерь. И мы пригласили команду из Хмельницкого. Это их пастор сурдопереводчик, а команда вся из глухих была. Они нам помогали с программой лагеря этого. И Бог так сильно благословил, что было покаяние там, по-моему, 7 человек, если не ошибаюсь, покаялось в том лагере. И я, на тот момент уже я проводил такие общения, разбор Библии, но при этом раздавал хлеб, и там собиралось 3-4 человека глухих, такие, которые видно было по ним, что они приходили только ради хлеба, по сути. И этот пастор с Хмельницкого, он говорит, что попробуй, говорит, не раздавать хлеб, а просто пригласить глухих на разбор Библии. Я говорю, они тут ради хлеба не хотят идти, не говоря уже за просто разбор Библии. Он говорит, ты просто попробуй. У него был опыт в этом служении, и он такой человек Божий. Мы с женой посоветовались, помолились, решили попробовать все-таки. И под конец лагеря несколько человек глухих нам подошли, сказали, говорят, мы хотим собираться, чтобы разбирать Библию и все такое. И мы решились все-таки, сделаем такую группу. И когда закончился лагерь, мы объявили в конце лагеря, что в воскресенье мы там утром собираемся, там-то, сказали место. И в воскресенье пришли ждать, но в воскресенье пришло буквально там 2 человека. Даже один, да? У меня с памятью не всегда хорошо. Жена лучше помнит все. Один даже, глухой человек пришел, и мы с ним, с этой женщиной посидели, пообщались, Библию поразбирали и ушли. На следующее воскресенье это уже было 2-3 человека. То есть, так начала группа расти, можно сказать, на пустом месте практически. И на данный момент это уже по воскресеньям мы проводим целые собрания с глухими, и уже собирается там от 15 до 20 человек. И, учитывая, что это именно глухие люди, то иногда просто кажется, что это маленькое количество, 20 человек там для церкви, это маленькое количество. Но если сравнивать, допустим, в Мариуполе примерно 500 тысяч всего населения. И из них всего лишь 500 человек это глухие. То есть если брать процентное соотношение, то это очень такое неплохое количество людей. Дуже цікаво. Дякую вам, Іван, що поділилися деталями. Я для себе таку взяв замітку або урок, що дуже важливо не залишати початок, коли опускаються руки. Так, ви не зупинилися, ви молилися Богу і прийшла поміч зі сторони ось цей пан,
люди, ці поради від цього чоловіка, я так для себе беру, бо і в мене в житті може таке бути, я вірю, що і у тих, хто зараз з нами нас слухає, може бути щось подібне, коли ми йдемо за покликанням, для Бога щось робимо, але на першому часі, можливо, у нас здається, що воно не те, так? Ми дякую вам за ваш досвід, це дуже цінно для нас. Зараз було б дуже цікаво почути, ви вже згадали ось про людей, що вони збираються, ви розбираєте Біблію, і ми розуміємо, що це люди, які не чують. Можливо, вони слабо чують, можливо, взагалі не чують. Розкажіть, будь ласка, про цих людей взагалі, які вони? І які у них особливості ось є? Да, дійсно, якби глухі діляться на кілька таких категорій. Це слабослышащі, які там, или со слуховым аппаратом, или еще просто как бы частично потерян слух, вот, они могут немножко говорить, как бы немножко слышать, если четко произносить. Есть полностью глухие, допустим, которые, они не говорят, не слышат ничего. Вот, и проводим все на жестовом языке полностью, то есть, мы начинали, когда разбор Библии, то мы просто садились за столы, всем раздавали Новые Заветы, и просто каждый глухой читал по одному стиху на жестах, и как бы мы вместе обсуждали этот стих. Вот. Потом, когда мы по воскресеньям начали проводить именно собрания для глухих, то тоже как бы проповеди на жестах, это песни на жестах, то есть глухие поют, да, то есть они поют на жестах без голоса. Вот. Все на жестовом языке, это, в принципе, то же самое, как у слышащих, но немножко специфика, конечно, отличается. Почему? Потому что даже вот иногда просят, допустим, и голосом, и жестами проповедовать, я говорю, что я не могу. Почему? Потому что фразы, они очень сильно отличаются. Допустим, то, что я говорю голосом, если я буду показывать жестами, то мне надо будет переставить много слов, порядок совсем предложения изменяется, и это практически невозможно. Вот. И сейчас в силу того, что, допустим, наше здание ремонтируется, и нам приходится в одно время собираться слышащие и глухие вместе собираются. И Бог дал такую возможность, что мы сейчас можем такой симбиоз сделать. У нас половину собрания проводят глухие, половину слышащие. Потому что людей 50 на 50, глухих и слышащих. Вот. Не всегда, конечно, это легко и удобно, но я вижу пользу в этом, потому что глухие могут послужить слышащим, а слышащие послужить глухим. И это хорошо очень, когда мы снисходим друг к другу, понимаем друг друга и подстраиваемся, да? Имеем это единство такое. Так, це дуже важливо, бо ми ж є одна церква, якщо люди з однієї церкви, щоб мати спілкування між собою. Мені дуже цікаво, ось ви сказали про, що є люди якби різного, не рівню, а різної ситуації, мабуть, так? Як я зрозумів, що деякі люди перестали чути з часом. До цього вони говорили і перестали чути, і це, можливо, якось повпливало. А деякі з народження, можливо, не чули. А як це впливає на здатність говорити? Ось сьогодні Олена згадувала, що вони якось, може, так, по-своєму пояснюють. Ось цей момент. Поясніть, будь ласка. Дуже сильно впливає. Слабослышащие, которые хотя бы немного слышат и могут там смотреть там, допустим, новости какие-то там, еще что-то, то есть читать книги нормально могут, например, то они в принципе мыслят как мы с вами, то есть как слышащие люди. Почему? Потому что они получают очень мало информации, таким образом очень сильно и построение предложений отличается, мышление очень сильно отличается, потому что полностью глухие люди, они мыслят больше образами, то есть картинками, которые происходят вокруг них. Вот. Они не мыслят предложениями и так далее. То есть они не понимают, допустим, аллегории каких-то или притчи, для них это очень сложно, то есть образы какие-то сложно. Когда, например, читаем снисходит на ризы, на края одежд, то есть для них это непонятно, многие такие вещи. То есть надо объяснять это все очень ясно.
Дуже цікаво. Тобто я правильно розумію, що для цих людей може бути незрозуміло, тому що вони не знають цих слів, саме ризи, наприклад, да? Із-за цього? Ну, іменно, да. Ну, іменно, бувають навіть слова, к примеру, такі, як слово «єлі», наприклад, да? Пишется оно одинаково, но как бы разное значение, и то есть мы, произнося предложение, мы можем понять, о чем идет речь, о елках или о том, что они кушали, сидели, да? Вот. Для глухих очень сложны эти моменты, то есть когда они читают, к примеру, в Библии там, слово «ели», они не могут понять, то ли они кушали, то ли это елки все-таки были. Ну, то есть эти моменты надо разъяснять. И много слов действительно они, да, не знают некоторых слов, которые там написано, да. Дуже цікаво. Це може допомогти нам, коли ми будемо стикатися з людьми з особливостями слуху. Можливо, ви поділитеся ще якимось такими моментами, які треба було б знати людям, наприклад, ну, як я не володію сурдоперекладом, але я стикаюся. В нашій церкві є люди, які не чують. І просто в житті я стикався з такими людьми. Що треба знати людині, в плані коммуникации, для того, чтобы якось коммуникувати с людьми с вадами слуху? Ну вот, когда на своем опыте, как бы скажу, то, что вот иногда, допустим, приглашаешь там пастора проповедовать в церкви для глухих, там, или служителя какого-то брата, там, и приходится объяснять, что, ну, просить, что сокращайте свою речь, как бы не... Им не нужны вот эти красивые слова какие-то, им не нужны аллегории, там, такие вот, как в стихах употребляются, там. То есть им это, они этого не понимают все равно. То есть меньше приводите притч всяких, вот таких вещей, как бы, иносказаний. Вот. То есть им надо говорить прямой речью, очень прямо, чтобы это было сокращенно, и только по существу, по смыслу, и все. Вот. Если человек хочет пообщаться, допустим, с глухим и, ну, не имеет возможности, да, знаний жестового языка, то, ну, конечно, обычно в первую очередь начинают переписываться. Опять же, когда, ну, переписываешься с глухим человеком, надо писать очень лаконично, то есть по существу. У них нет склонений, нету там родового вот этого падежа там, и так далее. То есть у них все просто. Вот. И можно, ну, надо написать так, чтобы было намного, ну, как бы, как можно проще. Вот. И они очень хорошо, как бы, понимают, когда им, ну, там, просто вот покажешь там знаками, там, пальцем показал, там, то сюда надо. Там, то есть, настройки у нас работают, допустим, глухие и слышащие. Слышащие не знают жестового языка, они просто там показали лопата, там туда надо копать, показал, все. То есть зачастую жестовый язык даже это, ну, язык, ну, образный такой, некоторые вещи можно и так понять даже, не зная жестового языка. Например, ну, класс — это класс везде. И у слышащих, и у глухих, как бы, то есть, ну, такие вещи. Дуже дякуємо вам, впевнений, це допоможе тим, хто нас зараз слухає. До речі, можливо, хтось і проповідує або якось служить людям словом. Я думаю, це буде дуже доречно знати, що треба спрощувати свою мову, точніше, свій, ну, проповідь для людей з подібними особливостями. Взагалі, знаєте, я слухаю вас, я подумав, наскільки це, мабуть, нелегка праця, коли сурдоперекладач в церкві або десь там, да, перекладає чиюсь проповідь або промову для, ну, нечуючих людей. Це, мабуть, треба переробити ці слова, якось донести лаконічно, доступно. Це не просто, як я зрозумів зараз, слухаючи вас. А можете поділитися з нами, ось, ви стикаєтеся з людьми, ви служите їм, ви спілкуєтеся з ними. Чому ви навчаєтеся цих людей? Можливо, є якісь речі, які ви особисто, ну, як уроки життя, або чомусь вони вас навчили своєю поведінкою, відношенням. Можливо, є такі уроки, поділитися з нами. Олена або Іван. Ну, я думаю, как бы самое такое важное и первое – это то, что, ну, общительность. Они очень общительные люди. Это то, что вот мне как бы понравилось с самого начала в них, и по сей день как бы я, ну, восхищаюсь этим очень сильно, ихним желанием общаться друг с другом. То есть я вот просто приведу пример, например, воскресное собрание, и вот как у нас, да, 50% это слышащие, 50% это глухие. Когда заканчивается воскресное собрание, там в 12, например, официальная часть закончилась, буквально через 5 минут никого из слышащих нет.
остаются только все глухие, вот, и они могут после этого еще там 2-3 часа просто общаться, сидеть. То есть они никуда не разбегаются, то есть, ну, им интересно общаться друг с другом. И вот, как жена моя упоминала, что вот в Киеве как бы мы общались с глухими, и мы еще толком жестового языка не знали, им было очень сложно с нами общаться. Тем не менее, они, ну, старались к нам снизойти, чтобы пообщаться с нами. Нам, слышащим, не всегда этого хватает терпения. Когда к нам подходит глухой, мы его не понимаем, начинаем переписываться, он ничего не понимает. И зачастую люди начинают нервничать. Ну, как бы это не очень хорошо, потому что мы не можем снисходить к ним, получается. Но они очень хорошо снисходят к нам. Дуже цікаво, дякую вам, Іван. А скажіть ось, ну, зараз, ось на зараз перейдемо. Ви зараз служите цим людям, знаходитеся в Маріуполі, у вас діти, ви сім'я. Які благословення і труднощі на даному етапі ось виникають у вас в житті? Можливо, ми розділимо, наприклад, благословення саме ось в служінні цьому, а потім труднощі, які у вас на даному етапі є. На ваш погляд. Ну, благословение во всем. Ну, если, я думаю, человек движется по воле Божьей, как бы находится в воле Божьей, то Бог благословляет, ну, со всех сторон. Ну, во всем буквально это, ну, если перечислять, то это просто до мелочей все, ну, как бы невозможно все это перечислить. Но Бог очень сильно благословляет. И в служении тоже, потому что зачастую ты думаешь, что, ну, там, хочешь провести какое-то мероприятие, думаешь, уже перед самым этим мероприятием, думаешь, ну все, это провал, как бы ничего не получится, молишься об этом, и Бог, ну, благословляет в два раза больше, чем ты вообще планировал или думал что-то. Вот. Ну, это что касается благословений. Вот. Трудностей много, и трудности они нас учат, как бы, тоже и терпению, и смирению, и зачастую кротости. Вот. Ну, служение, как бы, это непростое дело. Да, як у житті, і радощі, і труднощі. Дякуємо вам. А скажіть, будь ласка, ось ви вже прослужили 4 роки в цьому місті, до цього теж мали, мабуть, досвід подібного служіння. Як ви бачите ось саме цю сферу? Можливо, є якась потреба, яка існує в цій сфері взагалом для, ну, для всіх церков, для ось сфери людей з особливостями слуху? Щоб люди, які нас чують, які зараз нас бачать, почули це. Можливо, могли б за це молитися або проявити навіть якийсь інтерес і участь. Як ви гадаєте, з вашої точки зору, якась потреба існує в цій сфері? Ну, мне вообще бы хотелось, как бы, ну, да, обратиться ко всем пресвитерам, служителям церквей по всей Украине. Почему? Потому что, ну, к сожалению, вот именно это служение, эта сфера очень часто, ну, игнорируется. Игнорируется в силу того, что, ну, ее не считают, как бы, приоритетной. Почему? Потому что, ну, это не масштабное что-то. Чаще всего церкви больше настроены на то, чтобы служить детям, потому что детей очень много, и как бы ими просто заниматься можно. То есть есть, ну, масса людей, которые хотели бы заниматься детьми, и масса там спонсоров, которые готовы спонсировать детей, так и, ну, мероприятия какие-то с детьми. То же самое происходит там с другими сферами там служений, там, допустим, часто очень, как бы, как и государство, так и церкви очень, ну, много уделяет внимания там инвалидам, там, с опорно-двигательными системами или что-то подобное такое. Но глухих часто игнорируют, потому что с виду это здоровые люди, у них есть руки, ноги, как бы они ходят, и вроде бы, ну, казалось бы, обычный человек, здоровый, что ему надо, пусть себе ходит, церковь и все. Но они не могут понять, что эти люди, они не могут познать Христа, потому что они не слышат информацию вообще о Христе. Писание говорит: вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Вот. Но как этим людям услышать Слово Божье, если им не донесут его на их языке? Зачастую служение глухим воспринимают как, ну, пусть глухие приходят к нам, мы посадим там девочку-переводчицу, и пусть она им переводит все, что мы говорим.
Но мы не должны доносить людям свою проповедь. Мы должны доносить людям Христа, в конце концов. То есть не нас должны люди слушать, они должны слушать Слово Божье. И должны его слушать доступно на своем родном языке. Я всегда привожу такой пример, что когда, допустим, человек приезжает за границу, и есть выбор между русскоязычной, там, украинскоязычной церковью и иностранной, которого языка он не знает, он пойдет в ту церковь, которую язык он понимает. И очень такой вот недавно у меня был случай, я был на служении глухих в Молдове, и когда мы приехали, вышел проповедник. Это вообще русскоязычная церковь в Молдове, но вышел проповедник проповедовать на молдовском. Вот. Я не знаю молдовского языка. И сидел сурдопереводчик, который переводил на жестовый язык, а жестовый язык, он одинаковый как в Молдове, так и у нас. И я понимал, что она переводит. Но из всей проповеди, наверное, я получил всего лишь 10% на самом деле, информации, которую хотел донести проповедник. И то же самое происходит сегодня, сейчас вот у нас. То есть глухим дают буквально вот эти крохи, когда им на их языке можно донести намного больше. И глухие люди, они тоже хотят служить в церкви, они хотят участвовать, они хотят проповедовать, они хотят петь, они хотят рассказывать стихи, делать что-то в церкви. Но у них нет такой возможности. Я хотел бы призвать вообще все церкви в Украине и служителей пресвитеров, чтобы они все-таки обратили на это внимание, на это служение. Это тоже очень важно, чтобы мы и глухим могли донести, чтобы церковь была доступна для таких людей, скажем так. Вот сейчас есть такая тенденция, что ли, мода, чтобы государство, все структуры, они были доступны для людей с инвалидностью, с особыми потребностями. Я считаю, что церкви в первую очередь должны быть доступны для таких людей с особыми потребностями. Дякуємо вам, Іван, що поділилися, що заохотили. Ми довіряємо Богу в цьому питанні, віримо, що всі, хто нас почує, зможуть долучитися тим чи іншим чином до цього питання, тому що, мабуть, в кожному місті, в селищі є люди, у яких можуть бути такі особливості, і вони потребують Євангелія, як ви сказали, а хто ж донесе, як не ті, хто знають їхню мову. Зараз буде таке дуже особисте питання до вас обох. І питання таке. Кожна людина в своєму служінні, стикаючись з людьми, особисто чогось навчається. Ми маємо на увазі характер, так? Бог змінює нас. Чи могли б ви поділитися з нами, що змінилося у вас в серці, або як змінилися ви особисто через ось це служіння? Олено, поділіться, будь ласка, з нами, чого Бог вас навчив, де Він вас змінив в комунікації ось з людьми, з вадами слуху, яким ви служите? Прежде всего, наверное, это Бог научил не торопиться, не спешить, потому что очень хочется иногда сказать. Вот мы слышащие, да, и мы хотим ответить зачастую на что-то, что-то нам не понравилось или что-то поспешно сказать. Но с глухими это не получается, потому что они не слышат. И чтобы им сказать на жестах, они должны видеть. Вот. Если они отвернутся, то они просто не услышат то, что ты им донесешь. И вот не торопиться, это первое. Второе, это то, что, наверное, терпению от них научились в характере именно. Не знаю, перечислять, наверное, можно все черты характера, потому что с глухими очень все, когда погружаешься в служение глухим, это не дети, это не слышащие, это что-то такое особенное, где ты учишься, и каждая черта характера, она чеканится. Поэтому для меня это больше всего то, что я назвала. Дякуємо, Олено. Іван, можливо, ви поділитеся своїми змінами? Я согласен насчет терпения. Терпения надо очень много в служении. И не только терпения, но и смирения много надо. Потому что служение — это служение. Так как
в Писании, когда Христос собрал учеников и припоясался, да, и стал умывать им ноги. Вот, то есть, и, ну, вот это и есть как бы служение наше. Да, нам надо припоясаться и, ну, делать, ну, любую работу, которую надо делать необходимо. И зачастую как бы это не только проповедь на сцене или песня на сцене, но это и помыть полы, это кому-то что-то, ну, и посильный труд, и непосильный, как бы, и моральный, вот, ну, и это все надо как бы... На это надо силы, на это надо много терпения и смирения, скажем так. И, ну, вообще, как бы, работа с людьми, да, служение с людьми, это всегда, как бы, изменяет характер и учит, быть более, как бы, лояльным, относиться с пониманием, хотя это всегда сложно, наверное, потому что кажется, что твое мнение, оно самое правильное, твое мнение то, что надо. Но когда сталкиваешься с людьми, понимаешь, что есть не только твое мнение, но еще и больше десятка других мнений, и с этим приходится считаться всегда. Дуже дякуємо вам, що ви поділилися. Я впевнений, що у всіх нас, хто зараз тут, є ось подібні уроки, є подібні зміни. Ми могли б дійсно ділитися багато чим, як Господь змінює нас. І знаєте, я просто ось, ну, слухаючи вас, сам дякую і за труднощі, і за комунікації з різними людьми, тому що Бог мене змінює особисто через це, робить мене кращим. Просто чуючи вас, хочу подякувати Богу за це. І наш час, на жаль, вже закінчується. Хотілося поговорити ще, але ми хочемо вас попросити зробити таке, якби, побажання для тих, хто зараз з нами. Просто ось, що у вас на серці? Що б ви хотіли сказати людям, які зараз нас чують, які нас бачать? Можливо, попросимо також, як, ну, і минулий раз, спочатку Олену щось сказати, а потім Івана. Хочу попросити, пожелати, щоб любили ближніх, тому що ми не знаємо, слышат вони, не слышат вони. Но как бы нужно проявить эту любовь и не просто на словах сказать, что я тебя люблю, но показать это на деле. Это первое. Второе — это когда ближний, он не слышит, нужно понимать, что он слышит сердцем, и Господь ему скажет слово, на жестах это будет или голосом, но Бог скажет. То есть мы видим ближнего, и он визуально обычный человек. Но Бог его любит так же, как и слышащего, и глухого. Я хотел бы тоже, ну, как бы, обратиться ко всем слушателям, и братьям, и сестрам, молодым, пожилым, бедным, богатым, неважно, сколько у вас знаний, сколько у вас сил или талантов, я хочу пожелать, чтобы мы оставили все и последовали за Христом все-таки. Чтобы мы не боялись, ну, оставить что-то ради служения, ради Христа, как написано, не заботьтесь прежде всего о Царстве Небесном, а об остальном Господь позаботится сам. Вот. И я убедился в этом в своей жизни, что когда все оставляешь и следуешь за призывом Христа, то Бог, он никогда не оставит, он всегда будет рядом и поможет во всех ситуациях. Поэтому не бойтесь оставить свою жизнь и подарить ее Христу. Дякуємо вам, Іван, за таке чудове побажання, заохочення до посвяти. Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз з нами, сьогодні у нас в гостях була сім'я Радіонових, Іван та Олена. Люди, які служать людям з особливостями слуху в місті Маріуполі. Іван та Олена, ми дякуємо вам, що ви приділили час і поділилися тим, як Бог діє у вашому житті. Дякую вам теж.